Приветствую вас во второй части по вязанию кошечки-принцессы. И в итоге по исходу первой части мы с вами связали вот такую голову замечательную. И переходим к вязанию грудки. При этом мы продолжаем ровно с того же места, где закончили. Если вы хорошо, красиво наполнили плотненько, то у вас должна получиться вот такая уже готовая голова. И слишком ее сюда доверху не наполняйте для того, чтобы вам при вязании, скажем, грудки и дальнейшего тела кошечки не мешал наполнитель. Подтягиваем крайнюю вот эту растянутую нашу петельку и отмечаем начало 21 ряда. Вот так. Продолжаем вязать и начинается ряд у нас. Отсчитываем с первой петельки 11 столбиков без накида. То есть начинаем вязать подряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. 11 столбиков без накида. Далее делаем прибавление. То есть вяжем 2 столбика без накида в одну петельку. Первый столбик и сюда же второй столбик. До конца 21 ряда у нас остается 7 петелек, поэтому вяжем в каждую петельку по одному столбику без накида. То есть до конца ряда 7 столбиков без накида. Первый столбик, далее второй столбик, третий и так далее. В конце ряда у нас получилось провязанных 20 столбиков без накида. Теперь переносим маркер в начало 22 ряда и, начиная с первой петельки, отсчитываем 12 столбиков без накида. То есть в первую петельку вяжем первый столбик, во вторую второй. И так 12 столбиков подряд. Далее в 13 петельку вяжем прибавление. 2 столбика без накида вяжем в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй столбик. До конца ряда у нас остается 7 петелек. И в каждую из петелек мы вяжем по одному столбику без накида. И в конце 22 ряда у нас должно получиться 21 провязанный столбик без накида, так как мы сделали одно прибавление, добавили одну петельку к предыдущему ряду. Довязали до конца ряда, переносим маркер в начало 23 ряда. Делаем 2 столбика без накида, первую и во вторую петельку по столбику. Далее прибавление в третью петлю, вяжем 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же второй столбик. Теперь отсчитываем подряд 10 столбиков без накида. В каждую петельку вяжем по одному столбику. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Отсчитали 10 столбиков без накида. Далее делаем прибавление. 2 столбика без накида вяжем в следующую петельку. Сделали прибавление и до конца ряда остается 7 петель. Поэтому в каждую петлю вяжем по одному столбику без накида 7 раз. И в конце 23 ряда у нас получится 23 провязанных столбика или 23 петли. 1, 2 и так далее. 7 столбиков без накида. Переносим наш маркер в начало 24 ряда и, начиная с первой петельки, отсчитываем 14 столбиков без накида. Первую петельку вяжем первый столбик, далее второй, третий, четвертый и так 14 столбиков без накида. Далее в 15 петельку вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. И до конца ряда у нас остается 8 петелек. Каждую из них мы провяжем по одному столбику без накида. То есть 8 столбиков без накида. И в конце этого ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида, провязанных по кругу. Поставили отметочку в начало 25 ряда и отсчитываем от начальной нашей первой петельки 15 столбиков без накида, провязывая в каждую петельку по одному столбику без накида. Третий столбик, четвертый, пятый, шестой и так до 15 столбика без накида. Далее в 16 петельку мы вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю.
И до конца этого ряда у нас остается 8 петелек. В каждую из петелек мы провяжем по одному столбику без накида. И в конце 25 ряда у нас получится 25 провязанных по кругу столбика без накида. И довяжите самостоятельно 8 столбиков до конца, до отметочки нашего маркера. Ставим отметочку начала 26 ряда и вяжем, начиная с первой петельки, 3 столбика без накида. В первую петельку первый столбик, далее второй, в следующую петлю и в следующую петлю третий столбик. И вяжем прибавление в четвертую петлю. 2 столбика без накида, первый столбик и второй столбик в эту же петельку. Дальше отсчитываем 12 столбиков без накида. Первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой и так до 12 столбика без накида. Далее, провязав 12 столбиков, делаем прибавление. В одну петельку провязываем 2 столбика без накида. До конца ряда остается 8 петелек, поэтому в каждую из петель провяжем по одному столбику без накида, то есть 8 столбиков до отметочки нашего маркера. И в конце 26 ряда у нас получится по кругу провязанных 27 столбиков без накида, благодаря двум прибавлениям в этом ряду. Переносим маркер в начало 27 ряда и отсчитываем от первого столбика, от первой петельки, 17 столбиков без накида. В первую петельку первый столбик, далее во вторую второй, третий, четвертый и так далее 17 столбиков от начала ряда подряд. 17 столбиков провязали, далее в 18 петлю вяжем прибавление. 2 столбика без накида, первый столбик и второй столбик сюда же. До конца ряда у нас остается 9 петель, поэтому провяжем 9 столбиков без накида в каждую петлю по одному столбику. И в конце этого ряда у нас должно получиться 28 провязанных столбиков по кругу. Переносим маркер в начало 28 ряда и отсчитываем первые 4 столбика без накида. Первую петелечку первый столбик, далее в следующую второй, в следующую третий и четвертый. Далее в пятую петельку нам нужно сделать прибавление, то есть вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. И до конца этого ряда у нас остается 23 столбика без накида. Поэтому вяжем над каждой петелькой, над каждым столбиком предыдущего ряда 23 столбика без накида в каждую петельку по одному столбику до самой отметочки вот этой начала нашего ряда. И в конце 28 ряда у нас должно получиться по кругу 29 провязанных столбиков без накида. Переносим маркер в начало 29 ряда и начинаем отсчитывать от начала 5 столбиков без накида. Первый столбик, во вторую петлю второй, далее третий, четвертый и пятый. Теперь делаем в шестую петельку ряда прибавление, то есть вяжем 2 столбика без накида снова в одну петельку. И до конца ряда у нас остается 23 столбика предыдущего ряда. Поэтому мы вяжем над предыдущим рядом по столбику в каждую петлю. И в конце 29 ряда у нас получится по кругу провязанных 30 столбиков без накида. То есть добавился один столбик к предыдущему ряду. Если у вас соскакивают петельки, обязательно обращайте внимание на то, чтобы не делилась ниточка и вязание было равномерным и аккуратным. Переносим маркер в начало 30 ряда и снова отсчитываем от начала 5 столбиков без накида. Провяжем в каждую петельку по одному столбику 5 раз. 1, 2, 3, 4 и 5. Связали 5 столбиков, снова делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю, первый столбик и второй сюда же. До конца ряда у нас остается 24 петельки или 24 столбика, поэтому вяжем до конца ряда просто в каждую петельку по одному столбику без накида. И в конце 30 ряда у нас по кругу будет провязан 31 столбик без накида. Довязали 30 ряд до конца, привытаскиваем ниточку, вытаскиваем маркер, чтобы он нам не мешал, и продолжаем наполнять
нашу грудку. Только не наполняйте последние где-то сантиметра полтора-два, то есть чтобы вам было удобно в дальнейшем вязать и наполнитель ваш не вытаскивался. Сейчас мы наполняем хорошо вот эту часть, там где горлышко, если вы ее не донаполняли, я ее не донаполняла для того, чтобы мне было удобно здесь вязать. И как вы видите, хорошо уже вырисовывается кошкина шейка и грудка. Вот. Поэтому наполняем и дальше продолжим вязать с 31 ряда. И вот уже наша голова хорошо устойчиво держится на шее плотненько. Подтягиваем петельки, отмечаем начало 31 ряда и вяжем. Первую петельку вяжем просто один столбик без накида. Далее будем повторять два раза, делая прибавление и провязывая 5 столбиков без накида. Итак, первый раз делаем прибавление, во вторую петельку вяжем 2 столбика без накида. Далее вяжем 5 столбиков без накида просто подряд. Первый столбик, следующую петельку, второй столбик, следующую, третий, следующую, четвертый и в следующую, пятый столбик. Далее делаем прибавление и повторяем. Еще раз вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Сделали 2 элемента повторяющихся. И далее до конца ряда просто нам нужно довязать оставшиеся петельки по окружности. Я довязала 18 столбиков до конца ряда, и в конце у меня 31 ряда получилось по кругу провязанных 33 столбика без накида. Переносим маркер в начало 32 ряда. И в начале ряда снова вяжем 1 столбик без накида в самом-самом начале. Далее вяжем прибавление и чередуем 6 столбиков без накида. И так 2 раза. Вяжем прибавление во вторую петельку 2 столбика без накида. Далее 6 столбиков подряд. Первый столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую петлю, третий, четвертый, пятый и шестой. Снова вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И опять 6 столбиков подряд без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Связали 2 раза один элемент и довязываем до конца этого ряда снова каждую петельку по одному столбику до самого маркера. И это снова получилось 18 столбиков без накида. То есть при провязывании 32 ряда по кругу у нас связано 35 столбиков без накида. Переносим маркер в начало 33 ряда, отмечаем начало ряда и начинаем вязать снова, как всегда, с первого столбика без накида. То есть в первую петельку вяжем просто 1 столбик без накида. Далее во вторую петельку делаем прибавление и чередуем уже с 7 столбиками без накида. То есть вяжем во вторую петельку 2 столбика без накида, а дальше подряд 7 столбиков без накида. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, далее четвертый, пятый, шестой и седьмой. Повторяем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю, первый столбик и сюда же второй. И опять 7 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Связали 2 раза повторяющийся элемент. Теперь вяжем 9 столбиков без накида. В каждую петлю по одному столбику 9 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Связали 9 столбиков. А далее нам нужно сделать одно убавление. Захватываем за ближайшие стеночки передние 2 полупетли и вяжем столбик без накида, то есть убавление за 2 передние полупетли. И до конца ряда нам нужно довязать оставшиеся наши столбики. В каждую петлю по одному столбику 7 раз, то есть 7 столбиков до конца ряда. 1, 2 и так далее.
Довязали до конца 33 ряд, и в конце ряда у нас 36 провязанных столбиков без накида по кругу. Переносим маркер в начало 34 ряда и начинаем ряд с 2 столбиков без накида. В первую петельку столбик вяжем и во вторую петельку также вяжем второй столбик. Далее будем чередовать прибавление 8 столбиков, прибавление 8 столбиков, то есть 2 раза. Вяжем начальное прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю, а далее подряд 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще раз повторяем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю и 8 столбиков без накида подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали 2 раза повторяющийся элемент. Дальше делаем опять одно прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. И дальше до конца ряда нам нужно довязать просто в каждую петельку по одному столбику. Довязали 15 столбиков без накида до конца ряда, и в конце 34 ряда мы имеем 39 провязанных столбиков без накида по кругу. Переносим маркер в начало 35 ряда и, начиная с первой петельки, отсчитываем, провязываем в каждую из 3 петелечек по столбику без накида. То есть 3 столбика без накида в начале ряда. Далее 3 раза повторим, сделаем прибавление и провяжем 9 столбиков, чередуя с прибавлением. Первую петельку, то есть в 4 петлю ряда вяжем прибавление, а дальше вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Снова повторяем прибавление 9 столбиков. И еще так 2 раза. То есть сейчас мы начинаем второй раз делать прибавление 9 столбиков. И еще самостоятельно свяжем третий раз прибавление 9 столбиков. Сделали третий раз прибавление 9 столбиков. Далее делаем снова прибавление. И до конца ряда у нас остается 5 петелек. Поэтому в каждую петельку довяжем по столбику. Для того, чтобы завершить наш ряд. И в итоге в конце 35 ряда у нас получилось в конце ряда 43 столбика провязанных по кругу. Теперь переносим наш маркер в начало 36 ряда и снова начинаем ряд с 3 столбиков без накида. Первый столбик, второй и третий. Дальше мы будем чередовать прибавление 10 столбиков, прибавление 10 столбиков, то есть 2 раза. Делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю и провязываем 10 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. И еще раз делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю и провязываем 10 столбиков без накида подряд. Связали 10 столбиков и снова делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю, а затем до конца нам нужно довязать просто в каждую петельку по одному столбику без накида. Закончили 36 ряд 17 столбиками без накида, и в конце ряда у нас провязано 46 столбиков без накида. Переносим маркер в начало 37 ряда и начинаем вязать с 4 столбиков без накида подряд. В первую петельку вяжем первый столбик, далее в следующую второй столбик, в следующую третий и четвертый столбик. Далее свяжем 2 раза, сделав прибавление и прочередовав 11 столбиков. То есть делаем прибавление первое, 2 столбика без накида в пятую петельку ряда. Далее отсчитываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Повторяем еще раз. Делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. И снова вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2 и так далее. Провязали второй раз 11 столбиков без накида и сразу же делаем следующую петельку прибавления. Вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Далее нам нужно связать подряд 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9. Далее делаем одно убавление, то есть захватываем за передние стеночки 2 полупетельки, вяжем убавление. И до конца ряда нам нужно довязать просто в каждую петельку по столбику без накида. У меня осталось 6 петелек, поэтому я вяжу 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И в конце 37 ряда у нас по кругу провязано 48 столбиков без накида. Ставим маркер в начало 38 ряда. И уже в этом ряду мы будем формировать, скажем, пространство такое вот для лапок. И начинаем мы с 5 столбиков без накида наш ряд. Первый столбик в первую петлю, далее второй во вторую, третий, четвертый и пятый. Связали 5 столбиков. Далее 2 раза прочередуем, сделаем прибавление и провяжем 12 столбиков. Итак, делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю и отсчитываем, провязывая 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 столбик. И еще раз повторим, сделаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И еще раз провяжем 12 столбиков без накида. Я думаю, что здесь вы справитесь и самостоятельно. Первый столбик, второй и так далее. Провязала я не 12, а 11 пока столбиков и приостановилась. Смотрите, если я сейчас довяжу 12 столбик, то у меня как-то непропорционально будет относительно телу находиться лапки. Поэтому я предлагаю вам остановиться на 11-м столбики, а не на 12. И затем что мы делаем? Мы пропускаем 8 подряд петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Находим 9 петельку и в нее вяжем 1 столбик без накида. Вот так. У нас должны остаться открытыми 8 петелек. Далее мы снова отсчитываем 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И у меня остается последняя петелька. Я в нее вяжу 1 столбик без накида. Вот так. То есть, смотрите, мы как бы фактически сейчас отсоединили 2 лапки. Вот так вот, первая, вторая. И они у нас относительно мордочки должны располагаться красиво и ровно. Я сейчас подтяну свою вторую петельку столбиком. Вот так. И вот я поворачиваю к себе кошечку. И у меня получается лапки относительно лицу аккуратно, скажем так, ровно повернуты. И сзади отделилась уже третья широкая самая часть. Это туловище, которое мы продолжаем далее вязать. Вот эти 8 петель 2 раза мы не трогаем, то есть мы сейчас вяжем без них просто по кругу самую широкую оставшуюся третью часть. И по кругу у нас осталось всего 34 столбика, провязанных без накида. Начало 39 ряда переносим маркер и вначале вяжем 1 столбик без накида в первую петельку. Далее мы повторим 2 раза прибавление 13 столбиков. То есть во вторую петельку делаем прибавление 2 столбика без накида, провязываем и вяжем подряд 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вяжем 13 столбиков. И еще раз вяжем прибавление 2 столбика без накида, вяжем в одну петлю. И снова 13 столбиков без накида.
первый столбик, второй, третий и так далее. Связали второй раз 13 столбиков. Далее делаем сразу же прибавление. 2 столбика без накида вяжем в следующую петельку. И до конца ряда у нас остается 4 петли. 1, 2, 3, 4. Поэтому в каждую петельку вяжем по одному столбику без накида. Первый столбик, следующую петелечку. Второй столбик, следующую петелечку. Третий. И последний перед маркером. Четвертый столбик вяжем. Здесь будет не очень удобно между лапками, но вы постарайтесь. И в конце 39 ряда мы провязали по кругу 37 столбиков без накида. Переносим маркер на 40 ряд. Отмечаем начало ряда. И начинаем вязать с 3 столбиков без накида. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик. И в следующую петлю третий столбик. Далее нам нужно связать прибавление. Вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Далее 14 столбиков без накида. Первая петля, первый столбик. Далее вторая петля, второй столбик. Третий, четвертый. И самостоятельно провяжите до 14 столбиков без накида. Довязали 14 столбиков. Далее делаем снова прибавление. 2 столбика без накида. В одну петлю вяжем. Теперь подряд нам нужно связать 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Связали 10 столбиков подряд. А теперь нам нужно связать 8 столбиков с накидом из одной петельки. То есть из вот этой петельки делаем накид и вывязываем 8 столбиков с накидом. Первый столбик, отсюда же второй столбик, отсюда же третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И восьмой. Связали 8 столбиков из одной петельки. И дальше довязываем 5 столбиков без накида. Находим первую петельку ближайшую. Вяжем в нее первый столбик без накида. Следующую петельку второй столбик без накида. Следующую петельку третий. Будет здесь немножечко сложновато. Третий, далее четвертый и пятый. То есть всего нам нужно связать после 8 столбиков с накидом 5 столбиков без накида. Связали 5 столбиков без накида. У нас до конца ряда остается 2 петельки. Мы делаем из них убавление. То есть захватываем за 2 полупетельки передние и вяжем столбик без накида. То есть делаем убавление. Объясню теперь, что мы сделали. Мы сделали, скажем, коленочку нижней лапки. Далее переносим маркер в начало 40 уже первого ряда. И в начале вяжем 5 столбиков без накида. Находим первую петельку, вяжем в нее первый столбик, далее второй столбик, третий, четвертый и пятый. Делаем накид и в следующую петельку, шестую петлю ряда, вяжем снова 8 столбиков с накидом из одной петли. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И восьмой. То есть мы сейчас сделали вторую коленочку, скажем, для второй ножки. Вот она первая у нас ножка, вот она вторая ножка. Все это должно быть симметрично и красиво. И теперь нам нужно, снова подтягиваю, довязать до конца этого ряда в каждую петельку абсолютно. Вот она первая петелька. После наших столбиков с накидом
каждую петельку по столбику без накида. Абсолютно в каждую до конца ряда. Довязала я до конца ряда, у меня получилось 39 столбиков без накида. Причем провязываем мы в каждую из вот этих столбиков с накидом по столбику без накида в каждую петельку. То есть смотрите, мы как бы обвязали первую коленочку. Вот, и остановилась я между передними лапками. Довязав до конца этот ряд, у нас получилось по кругу 52 столбика без накида. В следующем 42-м ряду мы с вами свяжем эти 52 столбика без накида просто в каждую петельку по столбику. При этом у нас обвяжется и вторая коленочка. Каждую из петелек столбиков с накидом предыдущего ряда будет по столбику без накида. Вот так вот, как и с этой стороны. Вот обвязано столбиками без накида. Но перед этим рекомендую вам привытащить ниточку и точно так же убрать ниточку маркер нашу. Вот, и наполнить немножечко нашу кошечку, потому что она у нас как бы вяжется сдельным, скажем, сдельной частью. И вам потом при вязании дальнейшем будет трудно здесь наполнять. То есть пальчики как бы у меня, честно говоря, коротенькие. Вот, поэтому я сейчас хочу наполнить вот эту часть хотя бы немножечко. То есть она у меня вот где-то по вот эту линию наполнена. Вот я хочу чуть-чуть дальше ее донаполнять, чтобы мне потом в дальнейшем было удобнее вязать. То есть там, где у нас грудка, лапки. Вот, пока сильно где лапки плотно не наполняйте, потому что здесь будет, возможно, наполнитель у вас торчать. Вот, ну вот эту часть, в принципе, можно всю наполнять. И затем уже приступим к вязанию 42 ряда, где, еще раз повторюсь, мы будем вязать без изменения просто наши 52 столбика по всей окружности. И вот ставим отметочку в начале 42 ряда и находим первую петельку. В первую петельку начинаем вязать первый столбик, далее в следующую петельку второй столбик и вяжем, обвязываем полностью столбиками без накида. Доходим до самого уголка, затем обвязываем полностью весь веерочек и так далее. В конце этого ряда у нас получится по окружности 52 столбика без накида. Переставляем маркер на 43 ряд и теперь в начале 43 ряда вяжем 43 столбика без накида. Находим первую петельку и отсчитываем 43 столбика. 1, 2... 3, 4 и так далее. 43 столбика провязаны. Теперь делаем убавление. За передние стеночки 2 полустолбика захватываем и делаем убавление. Теперь нам нужно связать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И дальше до конца ряда у нас остается 2 столбика. То есть делаем убавление. Снова за передние стеночки захватили и связали одно убавление. Все, ряд довязан до конца. Мы сократили, сделали 2 убавления в ряду, поэтому сократили 2 петли. В конце этого ряда 50 столбиков, связанные по окружности. Перенесли маркер в начало 44 ряда и в начале ряда вяжем 6 столбиков без накида. Находим первую петлю и вяжем первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее делаем убавление. За 2 передние полупетли захватываем 2 столбика и вяжем убавление. Затем мы должны связать 35 столбиков без накида. Находим следующую петлю и вяжем первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и так далее. Вяжем еще самостоятельно 30 столбиков без накида, а затем сделаем очередное убавление. Связали 35 столбиков, а затем делаем убавление. За 2 передние полупетельки захватываем столбики наши и вяжем убавление. И затем до конца ряда остается у нас всего 5 петелек, поэтому провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Довязали до конца ряд
И снова сократилось у нас 2 петли в ряду, поэтому по кругу у нас сейчас 48 столбиков без накида. В 45 ряду переносим в начале ряда маркер, и будет ряд очень похож на этот, но всего лишь на 2 петли меньше. То есть сначала вяжем 6 столбиков без накида. Первую петельку находим, вяжем первый столбик. Далее во вторую второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Связали 6 первых столбиков, затем делаем убавление. И за 2 передние полупетли захватили, сделали убавление. Дальше нам нужно провязать 34 столбика без накида. И снова сделаем очередное убавление. Итак, отсчитываем с первой петельки. Первый столбик, далее второй столбик, третий, четвертый. Связали 34 столбика, далее делаем убавление. 2 передние полупетельки захватываем и вяжем убавление. Затем до конца ряда у нас остается 4 петельки. Вяжем в каждую петельку по одному столбику без накида. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Связали до конца этот ряд. По счету это у нас 45 ряд. Соответственно, убавилось у нас 2 петельки. И в конце ряда получилось 46 столбиков, провязанных по кругу. Теперь у нас начало 46 ряда. Поэтому я переношу маркер. И снова начинаю отсчитывать наши привычные 6 столбиков без накида. Первую петельку вяжу первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Связали 6 столбиков, далее делаем убавление. И будем отсчитывать 33 столбика без накида. Начинаем со следующей петельки, отсчитываем первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее до 33 столбиков без накида. Довязали 33 столбика без накида. Теперь делаем сразу же убавление. Захватываем передние стеночки и вяжем убавление. Далее у нас остается 3 петельки до конца этого ряда, поэтому в каждую петлю вяжем по одному столбику без накида. 1, 2, 3. В этом ряду 2 убавочки, поэтому отнялось еще 2 петельки. По кругу у нас 44 петли. Теперь отмечаем начало 47 ряда. Ряд у нас 47 начинается сразу же с убавления, поэтому находим 2 первые полупетельки, захватываем передние и вяжем сразу же убавление. Теперь нам нужно связать 4 столбика без накида и снова сделать убавление. 1, 2, 3 и 4. И захватываем за 2 полупетельки 2 столбика и делаем убавление. Теперь нам нужно связать по кругу, вот здесь вот по спинке. Даже вам сейчас не подскажу, сколько столбиков, около 30, где-то одного столбика, до тех пор, пока мы не дойдем до центра вот этой нашей коленочки. Тут мы должны будем снова сделать 8 столбиков из одной петельки, чтобы у нас было снова расширение, как бы лапки. Я начинаю вязать и отсчитывать. Я вам скажу, сколько у меня получилось столбиков до тех пор, пока мы не будем делать прибавление. То есть приблизительно вам могу сказать, что мы не довяжем до этого конца ряда где-то порядка 5-6 столбиков. То есть чтобы мы сделали по центру лапку. То есть где-то 5, наверное, пожалуй. Пятую петлю от центра мы будем делать прибавление. Вот, я сейчас буду считать. И посмотрим, сколько у нас получится по кругу столбиков без накида. Я начинаю первый вязать столбик, второй, третий, четвертый.
и так далее. Как я и говорила, у меня получилось 41 столбик без накида. Теперь в следующую петельку, вот в эту, я ее немножечко выделила, нам нужно связать расширение, то есть 8 столбиков с накидом в одну петельку. Вяжем первый столбик сюда, сюда же второй столбик, далее третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Будет немножечко неудобно, вы постарайтесь, чтобы у вас все получилось. И теперь до конца ряда, довязав восьмой столбик, до конца ряда у нас остается 4 петельки, и в каждую из петелек мы свяжем по одному столбику без накида, чтобы довязать этот ряд. Первый столбик находится очень близко, и вяжем столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3 и 4. Довязали этот ряд, переносим маркер на следующий. Сейчас по счету у нас начало 48 ряда. Вот, поэтому мы начинаем 48 ряд вязать с 5 столбиков без накида. Первую петельку первый столбик, далее второй столбик, третий, четвертый и пятый. И аналогично первой лапке, вот такая у нас лапка получилась, мы должны связать с другой стороны. Делаем накид и в следующую петельку вяжем 8 столбиков с накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Связали. А, и восьмой, точно. Здесь 8 столбиков, не 7. Связали 8 столбиков. И теперь нам нужно связать снова точно так же, как мы вязали в первый раз. Вот до этой первой лапки. То есть, походу, здесь тоже будет 31 столбик. В общем, до тех пор, пока мы не дойдем до вот этих 8 столбиков с накидом. Нам нужно связать по всей окружности. Начиная с первого столбика, он находится очень близко под первым столбиком с накидом вот здесь. И начинаем отсчитывать первый столбик, второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый и так далее. Пока не обвяжем полностью спинку. 31 столбик провязан, теперь делаем накид и находим наши все 8 столбиков с накидом. Точно так же, как мы делали с вами здесь на ушке, нам нужно связать точно такой же, скажем, мотивчик. Делаем накид, находим первую петельку над первым столбиком с накидом и вяжем как бы столбик с накидом, но не до конца. Вот так. Второй раз повторяем со следующим столбиком. Делаем накид и не довязываем до конца столбик с накидом. На крючке у нас уже основная петля и 2 как бы недовязанных столбика с накидом. Точно так же делаем третий недовязанный столбик с накидом, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. То есть все делаем точно так же, как мы делали с вами на ушке. Недовязанных 8 столбиков с накидом и основную петлю, то есть 9 петелек у нас на крючке, соединяем общей вершинкой. Пропускаем рабочую нить сквозь все петельки на крючке. Вот что у нас должно получиться, как бы вот такая выгнутая лапка. До конца ряда у нас осталось 4 петельки, поэтому в каждую из петелечек вяжем по столбику без накида. Первая петля очень близко находится, вот она в уголке, поэтому вяжем в нее первый столбик без накида.
Затем каждую последующую петельку вяжем снова по столбику без накида. Второй, третий и четвертый. Далее, не перенося маркер, я просто буду считать, мне так удобно. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и в уголочек 5. Далее делаем накид и повторяем точно так же, что мы делали здесь. Делаем накид и находим первый столбик. Вяжем недовязанный столбик с накидом. На крючке 2 петли. Недовязанный столбик с накидом, следующую петлю, 2 столбика недовязанных, дальше третий делаем недовязанный, четвертый столбик недовязанный, пятый столбик недовязанный, шестой. То есть просто не довязываем. Седьмой. И последний делаем восьмой недовязанный столбик. Вот так. На крючке пересчитайте, должно быть 9 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, у меня получилось 10. Вот, поэтому проверяем. Еще раз я пересчитаю. Так, 2, 4, 6, 8, 9. Да, соединяем общей вершиной все петельки на крючке. И получаем вот такую вторую лапку. Теперь мне остается лишь только, смотрите, довязать. Находим вот угловую такую петельку первую, которая очень близко. Я вяжу в нее столбик без накида и пока останавливаюсь. Мне остается лишь только довязать буквально 15 столбиков для того, чтобы дойти до центра спинки. То есть нам нужно оказаться по центру спинки. Мы довяжем вот эти столбики по столбику без накида в каждую петельку. Я связала первый столбик, дальше продолжаю со следующей петельки вязать следующий столбик, пока не дойду до центра спинки. Это у меня второй столбик, третий, четвертый столбик, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14 и 15. И посмотрю, что у меня получается. Да, у меня получается как раз центр спинки, можно даже 14 оставить. Можно даже не 15, можно 14. И у меня как раз получается эта 14 петля. Вот она, центр спинки. На этом я пока останавливаюсь. Я немножечко хочу наполнить вот это отверстие. Маркер можно уже убрать. Вот, у нас получаются две вот такие замечательные ножки. Благодаря нашим убавлениям-прибавлениям у нас получились две вот такие маленькие лапки. Вот. И нам остается лишь только наполнить вот это отверстие максимально, которое мы сможем сейчас, скажем, наполнить, буквально до верха не наполняйте, чтобы было удобно вязать. И мы будем делать закрытие, как бы донышко такое вот. Вот это отверстие нам нужно сейчас будет красиво закрыть, для того, чтобы наша кошечка смогла устойчиво стоять. То есть она сейчас, если вы попробуете, стоит как бы, но плохо. Вот, нам нужно сделать максимально здесь ровное днище. Вот, и останется лишь только, в принципе, сделать лапочки до хвост. Вот передние, которых не хватает, как вы видите, есть только вот такие вот отверстия. Получается такая как бы статуя Афродиты. Вот, и все. То есть сейчас немножечко я заполню и приступим к донышку. Мы закончили 49-м рядом вязать нашу грудку и туловище. И теперь, начиная с 50-го ряда, мы будем вязать как бы дно нашей кошечки. Вот. Я отметила середину спинки, ну, как бы максимально приближенная. Можно взять, допустим, на две петельки назад. То есть это уже как бы не столь принципиально. Нам главное сейчас будет ее закончить. Я вот могу вернуться еще на одну петельку, чтобы максимально ближе к центру быть. Вот. Начнем мы убавление сразу же полностью с первой петельки, со второй.
Вот, делаем за передние стеночки сразу же убавление по центру. Вот. И теперь вяжем 2 столбика без накида. Первый столбик и второй. Вот такое вот мы будем повторять до самого-самого конца этого ряда. То есть, смотрите, делаем убавление, а затем столбик-столбик, убавление, столбик-столбик. Вот так я буду чередовать до самого-самого конца. Снова делаем убавление. Вот так вот. И вяжем 2 раза по одному столбику петельку. Столбик-столбик. Снова убавление. И вяжем снова столбик-столбик. Сейчас я как раз дойду до лапки, чтобы вам показать, где я в лапке буду вязать убавление и столбики. Вот я провязала столбик-столбик. И теперь делаю убавление. Нахожу 2 близ прилежащие самые петельки. Сделала убавление. А столбик-столбик я делаю, смотрите, вот они наши петельки. Если вы повернете к себе лапку вот таким вот образом, первая петелька, вот она, столбик после убавления. И вторая петелька — это вершина наших 8 столбиков с накидом. Вот он, второй столбик. Далее снова делаю убавление, столбик-столбик, убавление, столбик-столбик. Даже если убавление перепадет на лапку, абсолютно даже ничего страшного. Вот, столбик-столбик. Снова вот убавление делаю. И сейчас вам покажу, как я сделаю на второй лапке. Сейчас у нас по чередованию 2 столбика идут. Столбик, столбик. А убавление, смотрите, я делаю как раз таки под лапкой. Хватаю здесь петельку и хватаю, как бы получается, верхушку 8 столбиков, вершинку нашу. Вот. И делаю убавление. Вот так. Точно так же за ближайшие стеночки я захватываю для убавления. И у меня получилось под второй лапкой убавление. А теперь я вяжу просто столбик, столбик. И вот теперь я уже провязав тот момент, где у нас лапки, я дальше продолжаю просто чередовать убавление, столбик, столбик, убавление, столбик, столбик. По чередованию ряд у меня закончился убавлением до маркера. И теперь я ставлю снова маркер в начало 51 ряда и продолжаю делать убавление. Но уже не столбик, столбик, а просто убавление чередую один столбик, убавление чередую один столбик. То есть первый столбик и второй я сразу же делаю убавление, как я начинала предыдущий ряд, а затем просто один столбик. Снова делаю убавление, затем один столбик. Убавление, один столбик. Я думаю, что в этом ряду вам труда не составит связать, так как уже здесь нет, скажем, момента, где лапки, здесь уже у нас под лапками провязано. Поэтому просто продолжаем чередовать то убавление, то один столбик. Довязали до конца ряда чередования. И теперь в следующем ряду я буду делать просто сплошные убавления. То есть я начну с первой петельки, со второй, делать сразу же убавление. И предлагаю вам на этом этапе лучше бы сделать, скажем так, до конца наполнения максимально плотное, то есть в лапки хорошо просунуть, в коленочки, вот, для того, чтобы потом вам не пришлось, скажем, какие-то прилагать усилия к наполнению, чтобы вот здесь вот позаполнять вот эти пространства наши навязанные. Вот, поэтому предлагаю вам как раз-таки на вот этом закрытии этого ряда донаполнить вот это отверстие донышко, для того, чтобы мы могли уже закрывать полностью петельки. У нас не будет никакой с этой стороны дырочки, ничего. Поэтому уже больше не будет возможности наполнить туловище кошечки. Вот. Сейчас я просто делаю убавления в этом ряду сплошные до конца этого ряда. И затем в следующем ряду я также буду делать убавления и параллельно делать закрытие отверстия. И вот, как вы видите, я сняла маркер и полностью донаполняла донышко свое. Оно у вас должно получиться максимально прямое.
То есть не должно быть слишком набито такое вот шарикообразное. Вот, и должно быть максимально ровное для того, чтобы если вы поставите кошку, вот если вы смотрите, она у меня на ровной поверхности стоит. Из-за того, что камера сверху, вам как бы не совсем видно. Ну и плюс еще устойчивость добавят передние лапки. Поэтому если она у вас немного не стоит, ну то есть неустойчивая, абсолютно ничего страшного. Еще будут передние лапки опора. Вот. И сейчас я делаю убавление первой петли и последней петли ряда. Для того, чтобы как бы уравнять вот, количество четных петелек. И сейчас мы буквально немножечко сделаем в начале следующего ряда. Это по счету уже 53 или 54, честно говоря, я уже сбилась. Вот. Но дело в том, что я сделаю несколько буквально еще убавлений, чтобы у меня по кругу осталось порядка 6 петелек, там плюс-минус. И я буду делать стягивание петелек. То есть, чтобы у меня уже полностью мое отверстие было у кошечки закрыто. Вот. Постарайтесь не вытягивать петельки крючком параллельно. Я уже тут с лапок пытаюсь вытянуть петельки. Вот. И смотрите, вот я сейчас посчитаю, сколько у меня по окружности. 2, 4, 6, 8 петелек. То есть я делаю еще буквально 2 убавления подряд. И стягиваю петельки. Вот, я стягиваю их, обычно отрезаю ниточку. И иголочкой нанизываю. Вот, пожалуй, я уже сейчас начну это делать. Я вытаскиваю полностью петельку. Оставляю небольшой хвостик и отрезаю ниточку. Рабочую нить я вытаскиваю. И у меня остается лишь только вот эта ниточка. Через вот это отверстие можете еще немножечко наполнить, для того, чтобы у вас вот это была максимально упруга часть. Но и в то же время не делайте ее слишком, скажем, высокую такую вот кругленькую. Вот. Я, пожалуй, еще немножечко донаполняю, затем вдеваю ниточку в иголочку и буду стягивать отверстие. Вот она у меня вдета, ниточка в иголочку. И я теперь только лишь за передние стеночки захватываю вот так вот петельки. Можно через одну, можно не по порядку, можно подряд все. И хорошо-хорошо затягиваю. То есть, смотрите, я как бы нанизываю и затягиваю. Нанизала, затянула, нанизала, затянула. И вот так буквально несколько петелек, можно даже пройтись по кругу, вот для того, чтобы еще максимально закрепить петельки. Вот. Главное, стягиваем их. И вот так буквально несколькими стежками я закреплюсь ниточку, чтобы она у меня не вытащилась по ходу эксплуатации игрушки. Вот так. Можно немножечко взять крючок и повдевать, скажем, наполнитель немножечко с внутренней стороны. Вот. Подвинуть к краю. И все. Теперь можно немножко попридавливать, пораспределять наполнитель. Но дно у нас при этом должно быть максимально плоское. Ниточку можно уже отрезать. Хотите, можете краешек ниточки спрятать полностью в вязание. Вот. В принципе, достаточно аккуратно получается, как на мой взгляд. Поверхность ровная, можете по желанию лапки немножечко еще попридавливать, если они у вас совсем прям такие пышные. Я немножечко туда наполнителя еще положила, поэтому они у меня достаточно получились пышные. Вот. Центр прижимаем, серединку низ прижимаем, ниточку отрезаем. Все, больше она нам не нужна. Вот, и у нас получилась вот такая замечательная кошечка-силуэт, посмотрите. Нам осталось только лишь сделать лапки и хвостик, и наша кошечка готова. Поэтому жду вас в третьей части, где мы с вами завершим полностью вязание кошечки-принцессы.